Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном расширении военной операции в Сирии вплоть до границы с Ираком. «Мы будем зачищать наши границы от террористов до самого Ирака. Манбидж тоже зачистим от террористов, как и обещали. Обращаюсь к тем, кто призывает нас поскорее закончить операцию. Если бы на вас падали ракеты, что бы вы делали?» По словам Эрдогана, если бы Турция использовала всю свою военную мощь, то операция завершилась бы за несколько дней. «Но для нас важна безопасность не только наших военных, но и гражданского населения, которое противник использует в качестве живого щита. Турция не собирается оккупировать Африн, а наоборот, намерена освободить его от террористов и создать там условия для мирной жизни». Также турецкий президент отметил, что операция продлится до тех пор, пока в Сирии не будет уничтожен последний террорист. Напоминаем, что о начале операции «Оливковая ветвь» против формирования курдов в сирийском Африне Генштаб вооруженных сил Турции объявил 20 января. Дамаск, в свою очередь, решительно осудил действия Анкары, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи со сложившейся ситуацией призвала все стороны к сдерживанию и уважению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.